Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». Сегодня, 3 августа, пришла печальная новость. Не стало 81-летней народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко. Актриса заболела еще 24 июля, но не торопилась обращаться к врачам, лечилась дома. Состояние Ирины Петровны все ухудшалось, и она все же обратилась к столичным медикам. 30 июля артистку увезли уже на скорой. В больнице врачи обнаружили у известной пациентки тяжелую форму гриппа. Болезнь дала серьезные осложнения. Практически сразу актрису перевели в реанимацию, ввели в медикаментозную кому, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ранее у Мирошниченко обнаружили доброкачественную опухоль в мозгу, что усугубило ее состояние. А уже на следующий день, 31 июля, в СМИ появилась информация об остановке сердца Ирины Петровны. Однако тогда медикам удалось стабилизировать ее состояние. Поклонники актрисы, ее коллеги, друзья, все, конечно, надеялись на выздоровление любимой актрисы, но чуда не случилось. Мирошниченко скончалась утром 3 августа в реанимации, не приходя в сознание. Предварительная причина смерти Ирины Мирошниченко – полиорганная недостаточность вследствие септического шока. Это осложнение тяжелой инфекции, из-за которого ткани почти не пропускают кислород, артериальное давление критически снижается. Организацию похорон Ирины Петровны Мирошниченко на себя полностью возьмет МХАТ, где артистка прослужила 60 лет.